Ну а теперь к другим темам. Бюджет на этот год, работа с населением и деятельность специалистов Минюста региона. Обо всем этом говорили на заседании под руководством премьер-министра Дагестана Артема Сдунова. Руководитель ведомства рассказал о работе министерства и об итогах деятельности за предыдущий год. Встреча прошла в формате дружеского визита. Как отметил глава Кабмина, сейчас необходимо наладить эффективную работу и обсудить нерешенные ранее проблемы. Среди них вопрос финансирования бесплатной юридической помощи для населения и эффективное расходование бюджетных средств.